От Зимнего театра по Курортному проспекту в едином строю прошли более 350 представителей кубанского казачьего войска из всех районов курорта, а также из Туапсе, Геленджика и Новороссийска. Также участниками шествия стали учащиеся кадетских классов и юнармейцы Сочи. Конечной точкой парада стала площадь Южного Мола. Здесь выступали творческие коллективы, работала ярмарка.